В Жадовский монастырь прибыла икона с частицей чудотворных мощей святой блаженной Матроны Московской. По значимости это событие в православной жизни Ульяновской области уже сравнивают с ежегодным крестным ходом. Святыню привозят в Жадовскую обитель уже третий год подряд, и с каждым разом количество паломников, приезжающих поклониться скорой помощнице, а именно так называют Матронушку, неизменно растет. В Жадовской обители готовится к приезду паломников. Икона с частицей мощей Матроны Московской прибыла в обитель совсем недавно. Но все же православные узнают, что Матронушка в Жадовке, и приезжают к ней со своими болями и горестями. Приезжают сами и привозят своих детей. Давно добивались, собирались. Тут собрались, 9 школы, деток привезли. Очень хорошо. Вместе с детям здоровья. Слава Богу, она слышит. Икона Матроны Московской приезжает в Жадовский монастырь уже третий год подряд. Ее осенние визиты стали традицией. И все благодаря паломникам, говорят священнослужители монастыря. Весь год, пока Матронушки нет в обители, люди звонят, интересуются, когда ее привезут, и просят сделать это поскорее. Уж очень много благого посылает скорая помощница, притекающим к ней с истинной верой. Люди просят, во множестве приезжают, прикладываются к судьбоносным мощам, и по вере своей получает исцеление. Поэтому, чтобы не лишать страждущий народ такой великой святыни, мы по просьбе верующих привезли эту святыню в монастырь. Чтобы все желающие, жители нашего региона и соседних областей и республик, нашли возможность приехать в обитель, в этом году икона Матроны Московской с частицей ее целебных мощей пробудет в монастыре всю осень включительно. Доступ к иконе открыт весь день, с 6 утра до 8 вечера. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону Жадовского монастыря 8 937 455 10 88. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».